Всем привет! Сегодня мы посмотрим постройки, которые пришли на мою почту. Все ролики, которые приходят туда, попадают на мой канал, кроме тех, которые без озвучки. Электронная почта будет ждать вас в описании, а мы начинаем. Привет, ух! Я хочу показать свою машину для шпионов. Вот она стоит. Убираем черт. Садимся в нее. На ней есть три функции. Она умеет дрифтить. Вот. Также за ней остается красивый оранжевый след. Он сделан из гарпунов. Также на ней есть функция самоуничтожения. Нажимаем на нее. Таймер пошел. Таймер установлен на 10 секунд. Уничтожается она с помощью магнитов, шарниров и золотого блока. Все, машина как не бывало. Все, до новых встреч. Привет, Угеймс, я хочу показать свой танк. У него, короче, гусеницы сделаны из блоков, и все вертится. Эта камера хотел сначала сделать здесь люк, но потом передумал. Вот. Ой, он уехал. Он может вертеть башней. И довольно-таки быстро едет и чуть-чуть дрифтит. Вот, башня у него вертится. Ну вот, и стреляет. Ну, на этом все. И всем пока. Всем привет! И сегодня я хочу показать одну постройку — подвеска. Сама подвеска вообще почти везде используется. Есть и на Ютубе туториал. Но вообще, по моим знаниям, я сам ее строил. Вот. Это машина с декором. Получается, подвеска с декором. Тут есть пушка еще. Вот так вот может ездить он. Очень довольно реалистично поворачивает, потому что из-за подвески все меняется. Сейчас попробуем поставить блоки и проверить. Ну, с декором, мне кажется, она будет плохо работать. Но вообще, когда я пробовал без декора, она работала получше. Ну вот, еще как-то работает. Тут застревает, конечно. Но вот так вот, пока не сиян, может стрелять. Сейчас покажу, как. Вот так вот. На этом все. Всем пока. Это подписчикам уха. И сегодня я хочу вам показать спавн. Он, конечно, немного кривой. Но я его строил на телефоне, играю я на компе просто. Я его очень давно строил, когда еще не было всяких классных вещей. Не было возможности построить очень классный. В общем, у него тут есть зона, на которой запрещено строить. Но мы читеры, можем и не строить там. Вот у нас тут есть флаг. Я не смог сделать, чтобы круглая вот эта штука была круглой. Я не смог это сделать, потому что это было бы очень нудно. Также тут есть поводок вот это вот. Я не знаю, как это объяснить. Также тут есть эта площадь, я не знаю, тропинка есть. Тут есть тропинка, которая как и в настоящей... спавне. Вот, похоже. Правда, я не заморачивался и не сделал тут спавн. Я скоро планирую это переделать. Также тут есть деревья. Некоторые фиолетовые. Это я еще довольно давно строил. Вот тут еще есть вот это вот дерево. Я его построил, потом я подумал, нафига мне так каждое дерево строить, и построил вот эти. Также тут вот есть поле, на котором можно строить. Вот. Тут на нем машина стоит. Правда, к сожалению, которая... Да, мне вот так вот можно кататься. Не очень, конечно. Давайте вот на следующей вещи. Это секретка. Кто угадает, где она? А, она в стене. Сейчас... Вот оно. Это спавн. Смотрите, вот тут тыква. И все вот так вот покрашено. Вот.
Ну вот, в общем, такая постройка. Надеюсь попасть в видео. Привет, Ах. Меня зовут Андрей. И сегодня я хочу показать Зеды из Tower Battles. Они вот находятся вот тут. Они одинаковые. Я сейчас покажу. Убираю заморозку и сажусь за кресло. На W, A, S и D можно ездить. Если зажимать Z и X, то ты поворачиваешь. Также он может, если зажать F, стрелять из минигана. На последнее 0 это правая ракетница, 9 это левая ракетница. Ну и все, я очень старался над этим Z-ом. Надеюсь, ты мне добавишь ролик, и пока. К сожалению, две интересных постройки пришли без озвучки. Bye.